Синоптики обещают благоприятную для выборов погоду. На единый день голосования теперь у нас будет особый прогноз. То, что мы сейчас наблюдаем, вероятнее всего, такая погода сохранится на выборах. То есть будет такая малооблачная погода, иногда возможен кратковременный дождь. Ну и температура где-то в пределах 20 градусов тепла. Ну, для выборов, может быть, это такая самая подходящая погода, потому что если было бы солнечно и очень тепло, то многие могли бы соблазниться выездом куда-то на природу, на дачи или какие-то решать другие вопросы. А это будет как раз погода, которая будет благоприятствовать проведению выборов. Ну вот сейчас начало сентября довольно-таки необычное, довольно-таки прохладно и сыро. Но, кстати, у нас осень наступает не 1 сентября, как по календарю, а 6 сентября, когда среднесуточная температура переходит через 15 градусов в сторону понижения. Вот. Но пока сейчас у нас этот период не наступил, то есть мы практически живем еще летом, осень еще будет впереди. Ну а говорить о таком долгосрочном прогнозе на сентябрь довольно-таки трудно, потому что они имеют, эти прогнозы, такое оценочное значение. Их составляет у нас Гидрометцентр России. Вот по его прогнозу, этого гидрометцентра нашего России, значит, в сентябре ожидается среднесуточная температура выше нормы, осадков ниже нормы. Но пока мы этого не замечаем, пока все идет наоборот. Но если говорить о таких статистических данных, то вот для сентября среднесуточная температура для города Воронежа 13 градусов. Вот. Так что, в принципе, вот сейчас не намного холоднее от таких средних многолетних характеристик. Ну, где-то каждый день мы где-то на 1-2 градуса холоднее обычно. Вот примерно такой краткий прогноз на сентябрь.